Hello everybody, my name is Nastya, and today Polina and I will tell you about conditionals in English grammar. Sometimes we call them if clauses. They describe the result of something that might happen in the future or present, or might have happened but didn't. There are four main types of conditionals. The first one is the zero conditional. This type is used when the result will always happen. For example, if water reaches 100 degrees, it always boils. It is a fact. So we can make a zero conditional sentence with the help of two present simple verbs. For example, if you touch a fire, you get burned. Then I would like to tell you about the first conditional. It is used to talk about things which might happen in the future. Of course, we can't know what will happen in the future, but this type describes possible things which could easily come true. The first conditional has the present simple after if, then the future simple in the other clause. So, we can make a first conditional sentence with the help of present simple and present future. For example, if they pass their exam successfully, they will be so joyful. So, to sum up, the first conditional describes a particular situation, whereas the zero conditional describes what happens in general. Итак, а теперь давайте поговорим о втором и третьем типе условных предложений. Начнем, конечно же, со второго. Итак, второй тип условных предложений в английском языке описывает нереальные события, нереальные ситуации, которые произошли, внимание, либо в настоящем, либо в будущем времени, то есть не в прошедшем. И вероятность этих событий должна быть очень мала. То есть во втором типе мы больше говорим о событиях из какого-то нереального мира. Да? Если нулевой и первый тип — это условные события в настоящем мире, которые действительно могли произойти, но по какой-то причине не произошли, да? То во втором типе это 100% нереальные условия. Imaginary situations. В русском языке мы обычно выражаем такие ситуации частицей бы, то есть если бы что-то одно, то произошло бы что-то другое, да? К примеру, вот предложение: если бы я жила 1000 лет, я бы стала экспертом во многих областях. Это типичное предложение второго типа условных предложений, потому что естественно очевидно, что прожить 1000 лет невозможно, либо как минимум я еще пока не прожила 1000 лет. Какие формы мы используем в предложениях второго типа? В предложениях вообще во всех условных есть две части. Первая часть — это часть условия, да, в которой ставятся условия. Она обычно на первом месте, и именно в ней используется союз if. Во втором типе условных предложений, в части условия, мы используем время past simple. Вторая часть предложений — это следствие. Считается основной частью условных предложений. Здесь мы используем would плюс глагол в форме инфинитива без частицы to. Пример типичного предложения второго вида, да? О котором мы, кстати, говорили ранее. Если бы я жил 1000 лет, я бы стал экспертом во многих областях. If I had 1000 years to live, или if I lived 1000 years, первая часть... Условие просто past simple. И мы видим союз if на первом месте. Что бы произошло? I would become an expert in many areas or in many spheres. I, подлежащее, would, plus verb, infinitive, without to. Также типичная ситуация, в которой мы будем использовать второй тип условных предложений, это... ситуация, когда мы говорим за другого человека. То есть чаще всего это в формате совета происходит, но как бы не всегда. Если бы я был на твоем месте, или если бы я был тобой, я поступил бы как-то иначе, чем ты поступил в свое время. Естественно, очевидно, что мы не можем быть, оказаться на месте другого человека, стать другим человеком. И, соответственно, всегда такие предложения будут относиться ко второму типу, либо второму или третьему типу, в общем. К примеру, самое простое предложение: если бы я был на твоем месте, я бы так себя не вел. If I were you, I wouldn't behave like this. If I were you, опять же, просто условие, опять же, глагол were, смотрите. Что произошло? I wouldn't behave like this, like you.
Также я хотела бы сказать о том, что форму would в предложении второго типа могут заменять и другие модальные глаголы, такие как could, might, should и must. В целом конструкция, форма остается такой же, как и с глаголом would. Вот такой conditionals. И перейдем тогда к третьему типу условных предложений, third conditional. And now we will speak about the third type of conditionals. It also refers to the unreal situations, but here we are speaking about situations in past tense. So instead of present and future tenses in the second type. Sentences are often used to convey regrets about things done or not, and for criticizing some past events. For example, we can speak about the sentence: если бы я знал об этом заранее, я бы не сказал таких вещей. If I had known it in advance, I wouldn't have said such things. And how are such proposals formed? In the first part of sentence, where we have if clause, we use if and past perfect. In the main clause of our sentence, we use would again, but plus a verb have and plus the past participle. Participle. For example, a sentence. Если бы я ему тогда позвонил, мы бы решили эту проблему. Соответственно, проблему мы бы решили точно так же в прошлом. If I had called him that day, we would have solved this problem. Here we can also use reductions with the word would and a verb had. The most interesting thing about this type of condition is that here we can use the inversion. That's my favorite type of condition, because I suppose that this form of sentences, inversion, is very interesting and it diversifies your speech. In the first clause, where we use if and past perfect, we can remove if and put in the first place a verb had. On the second place, of course, there will be a subject, and then the third form of a verb that we use in past perfect. So, for example, the same sentence. Если бы я ему тогда позвонил, мы бы решили эту проблему. The simple form is, again, if I had called him that day, we would have solved this problem. Inversion is, had I called him that day, we would have solved this problem. So, had I called him that day instead of if I had called him that day. And of course, it should be said that here we can also use different modal verbs. Instead of the word would, we can use could, we can use might, should, and must, just like in the second type of condition. So that's all for now about the third condition, and let's give a conclusion. What unites them? The imaginarity. In both types, we speak about imaginary situation, unreal situation, no matter in present, future, or past tense, but we speak about imaginary situation in the second and in the third type. What's the difference between them? The difference is that in the third type we speak about present and future tenses, and in the third type we speak about the past.